часов пары. Такой жить отправить будет сколько? 17 350 000, и вы говорите, шерп это дорого? Я вас умоляю, ну, 17 миллионов. Короче, ребят, выставка пуста как никогда. За что здесь 500 рублей берут за вход, вообще непонятно. О, вот это лодка. Как дракар у викингов. 10-весельный рабочий катер 20 века. Вот это судно. Сейчас так уже делать не умеют. Сейчас делают либо очень дорого, либо гораздо хуже.
из-за воздействия на сердце. Либо повышает дико раскручивание. Ну, ребят, вот стенд ножей убийцы Назарова. В принципе, во всех наших походах мы используем эти ножи, и нареканий нет. Как бы пользуемся, нравится. Количество сапонина, сапонины, это как удивление без металла. Ребят, вот подошли к стенду. Интересная вещь, удобная, как мне кажется, наклейки на торец патрон. То есть, чтобы, вот, допустим, видели, у нас в ящике, когда они стоят, мне не видно, какой у нас патрон достаем. Мне надо его достать, посмотреть, что это. И только тогда уже поставить на тарелку. Вот давайте чуть-чуть послушаем, что это за наклейки, как ими пользоваться, и что они из себя вообще представляют. Здравствуйте, дорогие подписчики канала Герасим Шар. Хочу рассказать вам про очень удобную вещь, которая называется стикхант. Что такое стикхант? Стикхант — это вот такие вот наклейки, про которые Герасим вам уже сказал. Они бывают в двух вариантах. Первый вариант — это вот такая вот шайба. А весь ассортимент шайб, которые бывают, то есть это от 4 нулей до 9. Все то же самое, бесконтейнерные, от 4 нулей до 9. Все картечи, пуля, магнум, дисперсант, птички со зверушками, даже бутылочка есть. То есть все вот это есть в таких шайбах. В одной шайбе 350 наклеек одного вида. То есть вот так это все выглядит. Вот так это работает. Берем, отклеиваем и наклеиваем на донце патрона. Также можно это использовать на вот гильзы, а также на дробовую пыш-прокладку. То есть это очень удобно. И ваши патроны будут в порядке. Если вы пользуетесь лентой патроллер, то это все будет выглядеть примерно вот так, что очень удобно. Также есть еще вот такая вот для начинающих охотников, либо те, кто только приобщаются к стикханту, либо те, кто не хотят покупать в шайбах, а хотят купить набор такой ассортиментный. То есть что здесь есть? Это очень интересная таблица, в которой написано, есть дробовесовые метки, написано, какой дробью в кого стрелять. То есть для начинающих охотников. А также набор наклеек по 25 штук каждого вида от 4 нулей до 9. Вот так это выглядит все. Также здесь есть наклеечка, которая каких зверей чем стрелять. Ее тоже можно отклеить, наклеить на пачку с патронами. Вот. Плюс это отличный подарок любому вашему товарищу по охоте. Он вот такой вот запечатанный. Отлично можно подарить там к празднику, либо просто на охоте мужикам раздать. Я думаю, что каждый был бы доволен такому отличному подарку. Ну, действительно, вот как я услышал, ребят, сейчас, мне кажется, это будет удобно. Но как это будет на практике, мы посмотрим на ближайшей весенней охоте по Перу. Я думаю, вам все подробно расскажу, покажу. Ну и мы сами попробуем это. А как вы знаете, мы не рассказываем, в принципе, о тех вещах, которыми сами не пользуемся. Так, ребята, он не грустный, у него просто три стрелы в спине и все. А так он... веселый енот. Встретились с ребятами из командного духа, да. Сейчас находимся в полевом лагере. В полевом лагере, да. Своих не бросаем, чужих выручаем. Вот так говорят. Так что заходите в Facebook, в группу командного духа. Присоединяйтесь, да. Да, присоединяйтесь. Вот есть такие проспекты. Обучение через приключения. Приходите, что-нибудь научат. Все знать-то невозможно. Научим, покажем, расскажем. На шерпе покатаем, если ребята не уедут в экспедицию какую-то.
Сопроводим, не бросим, своих не бросать. А сейчас попьем чайку. Мой самоварчик сейчас. Правда, электрическая, но все равно тема. Мы паримся, ребята. Ее можно заменить дровяной в полевых условиях. Вот дырочка под дрова. Реально, да. Здесь даже дырочка. Реально баня. Вы там не голые еще, нет? Не-не-не-не. Тут же мужики суровые. Ну что тут? Ребят, решили поддать чуть-чуть. Решили чуть-чуть поддать. Да. Заходь, заходь, Вася, давай, поддаем. Давай. Вот так вот. Ну так, для небольшого... Чтобы... Ребят, я так думаю, мы куда-то на лед возьмем такую баню тоже и покажем вам все, да, рядом пропилим майну нормальную где-то на Онеге. И ждите хорошего видеорепортажа. Да, сделаем. Всем с легким паром. Сделаем с легким паром, шикарно. Ребят, мы на выставке натолкнулись вот на такой интересный электронный тир. Кто его производит? Россия, Швеция. Россия, Швеция. Это вот ltir.ru, это ваш сайт, да? Да. Правильно. А сейчас я его немножечко попробую. Перелезем уже от Миша, мы остались голодными. Ребят, ну что, надо будет тренироваться. Я эту зиму, в принципе, по копытным всю пропустил. Ну вот вам результат. Я надеюсь, по Перу нам весной повезет гораздо больше. Спасибо большое. Ребята, попали на интересный стенд. Посмотрите. Все, шутили, деревянное ружье. Все есть, стреляет. Бери кабанов, бей. Деревянный. Вот и краткоствольное оружие есть. Кстати, оружием не является, бьет на повал вообще. Вот такие вот. Не верите? Вот смотрите. Да. Все. На самом деле, ребят, это конструкторы, которые можно собирать вот с ребенком, сесть заморочиться. Вот набор деталей идет. И можно... Клей, патроны, что есть. Клей, лак, кисточка. Что-то все сделать. Все вот так вот. Старт, то есть. Так что, кому интересно стало, заходите, берите. Шаня, я его
вот смотрите, какие сувенирные ножи. Шикарно сделаны просто. Вот это рукоятка. Очень интересно. Очень приятно держать в руках. Вот русалка, да. Да-да-да. Интересно. ООО «Эхо» СПБ. Так что, если кто что надумает, обращайся. Интересная, мне кажется, полезная вещь для походов. Сверхтвердая керамика. Любая сталь, любой твердости обрабатывается. Данный материал не требует ни воды, ни мыльной пены, не изнашивается, по агрессивности равняется алмазу. Могу показать, совершенно свободно режет стекло. Да, действительно. Да. Чем хороша трубочка? Когда вы начинаете подводить ножик, а это именно не заточка, а все-таки, наверное, ближе к подводке. Да, вот, конечно. Если внимательно посмотреть, у вас получается пятно контакта очень тонкое. Угу. Давление сумасшедшее. При этом металл, все, что черное, это ваш металл, да, соответственно, остается. Испортить практически нож невозможно. Как вот, допустим, большим брусочком, его можно просто запороть. Угу. Все протяги и репуны вот эти протачиваются совершенно спокойно в данной форме брусочка. Так что вот такая штука. Сколько стоит такая штука? Стоит такая штука в розницу 500 рублей. 500 рублей. А как ее можно заказать, получить, допустим? Можно к нам залезть на сайт, называется www.rusdarts.ru. Или просто в поисковике на русском языке набрать «русский дартс». «Русский дартс». Вот так, ребята, и можно, в принципе, через интернет заказать, кому это интересно. Мы же полезны. Чего? Такой карбид кремени нашел. Карбид кремени? А зачем? Нет, карбид кремени. Кремени? Кремени, да. Кри тебя? Да, кремени. Так. Ребятки, бойко идет торговля у Мегатекса. Да. Народ толпится. Добрый день. Единственный в своем роде электронный сигнализатор поклевки. Без контакта. Крепится на бланк удилища в любом удобном месте. Можно по центру, можно возле катушкодержателя, можно на QR-типе. Леска никуда не заправляется. Еще раз повторяю, сигнализатор без контакта. То есть вы забросили снасть в воду, кормушечка легла на дно, вы подтянули основную лесочку и включили сигнализатор одним нажатием. Сигнализатор имеет 5 режимов чувствительности, 3 мелодии звучания, есть функция оповещения при пропущенной поклевке, также автоматически выключается при подсечке. Работает от встроенной батарейки, как вся наша электроника, 5 лет. Хочу вам показать, как работает сигнализатор в третьем режиме, если вы находитесь на берегу, а у вас бьет сильная набегающая волна. Сымитируем движение планка при налете волны. Как вы видите, сигнализатор не дает ложных поклевок, потому что импульс от волны повторяющийся. И даже если в момент повторяющегося импульса будет одиночный поклевочный, сигнализатор дает звуковое и световое оповещение. При подсечке, как я уже говорил, сигнализатор сам выключается. Вы можете спокойно вывести рыбу, не раздражая себе слух и не привлекая внимания. Переснастились, сделали перезаброс, еще раз подтянули вершинку и однократным нажатием активировали сигнализатор. В сигнализаторе, как я уже сказал, есть 5 режимов чувствительности, можно подстроиться под любые погодные условия. Волна, ветер, сильное течение, сильный ветер вместе с волной и с течением. Очень удобно, компактно, еще раз повторяю, сигнализатор без контакта. Если все американские, европейские, корейские, японские, китайские сигнализаторы считывают импульс при движении лески, наши сигнализаторы считывают импульс ускорения. То есть каждое движение имеет какой-то начальный импульс. Ребята, удивительно, мне даже удивительно, прикольная штука, работает на самом деле. Ну, что тут говорить? Нужно пробовать. Выходцы, так скажу, умы России, которых она потеряла, и которые сами стали для себя что-то делать и создавать действительно удивительные вещи. Это один из немногих стендов, к которому я хожу, я смотрю, я говорю, хочу. Каждый раз что-то мы тут себе высматриваем. Ну, я думаю, и так было понятно и наглядно показано,
что эта штука работает и работает эффективно достаточно. Так что, ребят, кто увлекается фидерной ловлей, милости просим. Ссылочка будет под роликом. Витя, расскажи что-нибудь получше. Да, а что это у вас за удочки такие? Это электроника наша. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.